отвечаешь, а ты сам находишь. На Канарах другая стратегия. Но меня вообще поразило и на стоимость продуктов. То есть все стоит 100 драм, а 100 драм это 5 гривен. То есть ты хочешь килограмм персиков, 100 драм. Хлеб 100 драм. Сыр 100 драм. Рыба такая большая копченая 200 драм. Ну ладно. 200 драм за 10 гривен. Как копченая рыба. Просто обживой не хочется бить. Привет. Вы меня снимаете? Вы хотите украсть мою душу? Это как на рынке. Наша компания самая первая, самая мощная. Но у них интересная тема в том, что они не могут смешиваться. Сейчас они допакуют. Я говорю, что они... А я говорю, что не допакуют? Они говорят, на камнях кресты понарисовывали и думали, что от этого идола перестали быть идолами. А, они не изображают крест. Они вообще ничего не изображают. Это протеста. И у них тогда вот... Они сказали, что их вынули и покинули второй станской области. Это видео, да? Они пешком шли до Кавказа. И почему я говорю, молоко не называют? Вы что, молоко любите? Они говорят, нет. Нет, на как? Что, вы много камень? Много камень. Это такая фантазия. Они под Мелитополем. Не, они из Томской области. Они так говорят странно. Там армянский акцент. Я то, что по-русски есть такое типа движение, как О превращается в А, Е, В, И. В Белоруссии, да, в Смоленске, да. Хорошо. Находится та реальность, которая все ваши пищи исполняют. То есть это ваше будущее, в котором все планы, которые вы тут написали, исполнятся. Значит, сейчас каждый из вас физически сможет этот переход сделать. Зачем этот переход делать физически? Наш мозг устроен таким образом, что он дает энергию только на те процессы, которые уже начаты. Если вы хотите, то вы хотите много лет.
Потому что вы хотите, это не начатый процесс, и ничего не происходит. Вы хотите, хотите и хотите. Но если вы начали какой-то процесс, то мозг выдает энергию только на процесс, который уже начат. Вы сейчас таким образом начнете процесс выхода в ту реальность, где ваши намерения осуществляются. То есть вы не просто там где-то хотите, а вы пойдете по этой дороге. Вы сейчас сделаете первый шаг. Ваш мозг получит конкретную информацию, что процесс начат и запущен. Вот таким образом ваши шансы на то, что вы тут написали, сильно повышаются. После того, как каждый из вас физически сделает этот переход, мы это дело отпразднуем, потому что мозг поддерживает движение только в том направлении, где есть много всего вкусного. То есть, так же, как я вам говорила, что удовольствие, например, если вы планируете какие-то физические упражнения, они должны быть связаны именно с удовольствием. Если вы не придумаете такой процесс зарядки, в котором вы будете получать удовольствие, вы долго ее делать не будете. То есть наш мозг поддерживает только те процессы, где есть удовольствие. Если он не видит никакого удовольствия, то поддержку он вам оказывать не будет. Сколько бы вы ни доказывали себе, что это вам будет очень полезно когда-нибудь, мозг на такое не выдает энергию. То есть мозг выдает энергию только на то, где конкретно он видит, что это будет приятный процесс. Вот вы начали этот процесс, и этот процесс, на котором, например, где вас на пути ждет много вкусных печенья. Вот поэтому я вам говорила, приносите что-нибудь на сладкий стол, потому что сейчас каждый из вас осуществит физически этот переход. Вот у нас есть два костра, это наши ритуальные ворота перехода. Вот так вот. И как же совершить переход? Значит, сейчас я вам дам конкретную инструкцию. Значит, у вас есть списки. Кто будет первый это делать? Ну давайте, раз я самый Павло. Как тебя зовут? Павло. Значит, смотри, Павел, ты первое, что делаешь, ты обходишь вокруг вот таким вот образом. Ты пройдешь свой список, только не через как ты сейчас проходишь, а вокруг. Пойдешь свой список вот сюда вот. Да. Значит, потом ты снова обходишь вокруг и дальше. Ты находишь место, с которого тебе наиболее комфортно двигаться, то есть то, что называется твое место силы. И физическим образом выходишь к своему списку, чувствуя, что ты сейчас запускаешь процесс движения к выбранным тобою намерениям. Вот процесс ты должен запустить. Списках, да? Да, то есть ты не просто должен хотеть, а ты должен начать это движение. Вот физическим образом, таким образом ты его начнешь. Это вот сначала? Да, сначала ты обходишь вокруг, кладешь список свой. Вот, и кстати, когда люди идут, вот можно под это играть. Я думаю, что вот когда они идут, как раз играть можно. Так, давайте его поздравим, он сделал свой переход. Вот, ребята, вот он правильно сделал. Видите, он назад, тоже правильно. То есть только один раз вы проходите туда, а потом вы двигаетесь. Вот назад ты, когда возьмешь свой список, ты тоже обойдешь. То есть не выходи назад. Да, я просто немножко снизу. Да, вот он может идти, Давайте его поздравим, он сделал свой переход. Да. Ну теперь все по очереди.
пляши, коза небогови, пляшеш собі під золото. Ой, скоком оком, де скочим на більчо, на ті печі нема тиличі. Кожній будині все подитині, а серед печі нині морі. Oh.
Спасибо.